Любителям Аркаута привет и добро пожаловать во вторую часть обучения на такой элемент, как ласточка или задний виз. Если ты еще не видел первую часть, то обязательно переходи по ссылке в описании. И только после того, как ты выполнишь все требования к первой части, ты можешь переходить к этому видео. Напоминаю про нашу цель в 1000 подписчиков. Для меня это очень важно. Надеюсь, твою поддержку и твой актив. Ну а теперь давайте приступать к самой тренировке. Еще, друг, чуть не забыл, обязательно выполняй качественную разминку перед тренировкой. Это очень важно для твоих суставов. Если ты хочешь, чтобы я сделал подробное видео по поводу разминки для элементов, обязательно оставляй свои пожелания в комментариях, и в скором времени я ее засниму. А теперь точно переходим к самой тренировке. Первое упражнение – это перевороты в закрытой ласточке. Данное упражнение является разминочным, поэтому не спеша выполняем один подход по 6 повторений. Одна минута отдыха и приступаем к главной тренировке. Для следующего упражнения нам понадобится резина для фитнеса. Располагаем ее таким образом, как показано на экране. Беремся по бокам от резины. Запрокидываем ноги вовнутрь резины. И стараемся удержать ласточку как можно более прямо. Наша цель — удержать 10 секунд. После этого стараемся убирать резину. Самое главное, не берите слишком тяжелую. Третье упражнение – это ласточка с одной ногой, вторая нога по 90 градусов и больше. Стараемся держать максимально ровное тело. Удерживаем 4 подхода по 10 секунд. И последнее упражнение – негативное опускание в ласточку. 3 подхода по 2-5 повторений. Выполняем медленно и подконтрольно. Не спешите за прогрессом. Если с полной ласточкой еще не получается, используйте предыдущую прогрессию. Наша тренировка подошла к завершению, как и это обучение. Надеюсь, вы для себя узнали что-то новое. Обязательно смотрите первую часть, если вы не понимаете, что тут происходит. И самое главное, не спешите. Выполняйте данную тренировку от 1 до 3 раз в неделю с отдыхом в подходах от 90 до 180 секунд. Не бегите за быстрым прогрессом, выполняйте каждое упражнение в строгой технике и хорошо разбирайтесь. Спасибо большое за просмотр и увидимся скоро. Пока! И еще одно, друзья, вся полезная информация будет в описании к этому видео, поэтому обязательно переходите и ознакомьтесь. А теперь точно все.